Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников Огюст Ренуар, Жюли Моне, «Девочка с кошкой», холст масла 65/54, детский портрет Ренуара, восхитительная страница в его творчестве. Художник любил писать детей, потому что их радостный мир соответствовал его собственному мироощущению. На картине Жюли Моне изображена 9-летняя племянница Эдуарда Моне, дочь его родного брата Эжена и художницы Берты Моризо. Ренуар был в прекрасном отношении с семьей живописца, и родители девочки заказали ему портрет. Вглядевшись в ребенка, Ренуар подметил доброту маленькой Жюли. Достаточно посмотреть, как улыбается, жмурясь от удовольствия, кошка в его ласковых руках. Работа относится к так называемому энгровскому периоду творчества мастера, наступившему в результате определенного переосмысления своего пути в живописи. Находясь под впечатлением от живописи Ренессанса после поездки в Италию, изучая виртуозные творения Энгра, характерные четкие линии рисунка, Ренуар увидел в них красоту подлинного искусства и в своих произведениях стал акцентировать линии контуров. Вот такое описание нашел картине Огюста Ренуара «Жюли Моне». Она находится в Орсе, Париже. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.